Здравствуйте, друзья. Московское время почти 16 часов. В Екатеринбурге около 18 вечера. Что это значит? А это значит, что время смотреть лучшую лигу мира. Четвертый тур Мелбет первой лиги в прямом эфире. Сегодня Урал, представляющий Свердловскую область, на Екатеринбург-арене принимает саратовский «Сокол». Команды, которые обладают, в общем-то, довольно серьезной историей противостояния, но вся эта история сформирована на стыке веков. 19 лет в официальных матчах Урал и «Сокол» не встречались. Многие остаются в запасе, ну и, соответственно, многие футболисты сегодня перемещаются в «Старт». Меня зовут Антон Никитин, очень приятно для вас эту встречу комментировать, матч в рамках четвертого тура. Мелбет первой лиги, начинается все с углового саратовской команды, вот ставим наивысший балл Железновой. Еще один дальний удар, готовится удар, состоялся, это уже опаснее. Даниэль Мишкич вот так пробил штрафную, мощный вброс, дальше скидка, момент, и можно забивать, но здесь... Петр Косаревский. Вот теперь уже абсолютно вовремя выходит из ворот. Если смотреть на статистику, Урал может быть чуть спокойнее в этом смысле после перерыва. Момент! И здесь уже Петр Косаревский. Вот не получается у Урала настолько бить по чужим воротам, бить в створ. Борьба в штрафной. Каштанов, Ишков. Ишков. Смещение, передача. Егорычев бьет. И Петр Косаревский. Косаревский правильно выбирает позицию. Не сказать, что какой-то катастрофически сложный удар для 35-го номера «Сокола» в исполнении Андрея Егорычева, но это было опасно. В оранжевой форме. Готовится навес. Снова достаточно широко, масштабно. Удар! А вот это уже очень близко. Сильвия Бегич выигрывает воздух. Причем так уверенно разбирается в чужой штрафной. Достаточно прицельный удар в исполнении Бегича. Ишков. Ишков, передача, удар в касание! Косаревский! Не сказать, что супер сейф от Петра Косаревского, такой рабочий сейф. Здесь нужно было спасать, учитывая, что удар не самый сильный. Урал старается комбинировать, не всегда это приносит результат Уралу. Но, возможно, Уралу принесут и результат дальние удары. Очень часто сегодня екатеринбуржцы бьют издали. Придумает момент. Три человека, даже четыре человека встречают 15-го номера. Аут, аут в пользу «Сокола». И на этом все. Завершается встреча 0-0. Урал и «Сокол» вновь играют со счетом 0-0. В нулевые несколько раз команды с таким счетом завершали встречи.